С 1 марта карагандинские студенты будут платить за проезд в общественном транспорте 50 тенге. О возврате старого тарифа для учащейся молодежи во время прямого эфира на местных телеканалах сообщил глава региона Бауыржан Абдишев. Принято решение, что с марта месяца все студенты, вот 35 429 студентов, которые учатся в нашей области, будут ездить по 50 тенге. Напомню, с 4 января за проезд карагандинцы вынуждены платить 80 тенге. Особенно сильно это подорожание сразу на 30 тенге ударило по карманам студентов. Они обратились к Акиму области с просьбой вернуть прежний тариф. Сегодня рассматривается вопрос о создании в Караганде специальных студенческих маршрутов. Возможно, учебные автобусы будут курсировать от вузов до общежитий и между учебными корпусами. Пока чиновники просчитывают перспективу, молодежь будет передвигаться по городу за 50 тенге. Насчет проезда, то, что стало 50 тенге, а не 80, это гораздо выгоднее в плане того, что студенты будут меньше тратить денег на проезд, и это будет положительно влиять по нашему карману.